Приветствую вас. Скорее всего, речь идет о так называемой интервенционной паранойи, когда человек начинает бояться, что его все хотят обмануть, в том числе и самые близкие люди. И, в общем-то, именно этот момент и заставляет человека подвергаться сомнению. То, что, вот как вы сказали, сам он не видел лично. Вот. Другой вопрос, что именно произошло? Да? Вот. Что конкретно случилось с товарищем? А вот что конкретно произошло? А и что в общем и целом это означает, да? Что означает это, к примеру, для вас, вот, что означает это, к примеру, для него, вот, как это вообще-то говоря, может повлиять на вашу дальнейшую, ну, на ваше дальнейшее отношение. Вот, если то, о чем вы говорите, касается именно этого, именно отношений. Но вот как-то в целом говорить о том, что человек может измениться, в целом говорить о том, что человек может сейчас поменять свое мнение, наверное, не приходится, потому что на подобные вещи все-таки требуется время. И время достаточно, крупно, достаточно большое. Вот. Просто потому, что подобно человека травмируют. Вот, я, конечно, не могу сказать, насколько сильно травмируют, да, потому что у каждого это своя какая-то такая вот, градация, да. Вот, но тем не менее, ситуация вот такая, на мой взгляд. Вам можно и нужно узнать, что с человеком случилось, что с ним произошло, по сути. Ну, вот. И вы можете узнать, что можно сделать для человека. То есть, можете ли вы как-то ему помочь, в его страхах, да, и, соответственно, если будут данные какие-то позитивные моменты,
да, вот, а то, соответственно, можно будет как-то вот отношения наладить. Но если нет, то вам придется просто принять его такую вот позицию, да, и, соответственно, ну, решить для себя, либо вы принимаете, да, либо нет. Собственно, вот то, что можно ответить вам на вопрос. Как я и сказал, момент, основной момент, связан с тем, что человек тревожен. Это тревожно. У него. Ну, это просто тревожно. И таким образом человек пытается себя защитить. Совершенно ничего плохого в этом нет, в том, что человек пытается себя защитить, абсолютно нормально это, то, что человек пытается себя защитить. Ну, вот, но даже мы все понимаем, значит, что есть какие-то вот пределы, что если эти пределы нарушать, да, то если эти пределы перейти, то дальше уже будет весьма-весьма проблема большая. Вот. Поэтому решать, конечно, эту ситуацию вам, но если вы будете пытаться переделать товарища, вот, то кроме как агрессию в свой адрес, вы, вероятно всего, ничего больше не получите, кроме как агрессию в свой адрес. Вот. Это тоже нужно достаточно четко понимать, вот, и не тешить себя какими-то иллюзиями относительно этого, а напротив, быть готовы. Потому что если вы готовы не будете, ну, вас могут просто-напросто легко обидеть, легко задеть, вот, и, собственно, останется только какая-то обида, какая-то такая вот недооцененность, что свойственно людям, которые ну, не очень вот в себя верят. Вот, в принципе, наверное, да, так я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего, наверное, самого доброго. Я желаю вам вступать только в здоровые отношения. Вот. И не вступать в отношения такие вот созависимые, да, где, ну, где такие вот проблемы встречаются. Всего вам самого доброго, удачи!